Хочешь космос, сделай сам. Ногти уже отрастают до максимальной длины, с которой мне комфортно в повседневности. Вот перед тем, как их стричь, решила уж самовыразиться, так самовыразиться. На весь маникюр полностью удалить, старое подпилить, прочее, прочее, ушло у меня около часа. Это я все орудовала обычными лаками. Согласна, что не идеально, но я и не мастер маникюра. Перед стрижкой ногтей почему бы не повыпендриваться? Может, под матовым топом бы лучше выглядело. То все бликует, и в итоге получается, как будто даже немного сильно заляпано. Ну нет, у меня оказалось матового топа. Не люблю матовые ногти. Похожу дня 4 так. Ну вот так это выглядит на улице на солнышке. Пока-пока. Идем дальше по жизни маршем. Собственно, колупала представленными лаками. В базе черный лак Pinup. Чуть-чуть обрезком губочки пошлепала бледно-бледно-сиреневым. Белого у меня почему-то не обнаружилось в арсенале. Я сама в шоке. Звездное небо не самый удобный вариант. Делала лаком, где... Белые разнокалиберные вкрапления в черной полупрозрачной базе. Его наносила кисточкой и чуть-чуть по краям тоже шлепала той же губочкой. Глиттерный старый лак Dance Legend поделился со мной крупными розоватыми блестками. Из новенького Pinup Shell Me поналовила зеленых блесток. Потом на отдельных ногтях можно видеть блестящие скопления. Прям чуть-чуть ставила кисточкой. Ну, собственно, захотелось мне вляпать смайлик. Нашла его среди своих глиттеров и все перекрыла двумя слоями белого топа. Такой незатейливый вышел у меня космос. В принципе, при дневном освещении мне нравится, как выглядит. Изначально я задумывала сделать еще более сдержанный космос, просто на черном чуть-чуть белых точечек в виде Млечного Пути и пару блестяшек, но в процессе Остапа немного понесло, полезла я за глиттерами, могла сделать еще более блестящий, но сдержалась. Вот так вот, всем пока, всем отличного продолжающегося сентября, креативного настроения и удачи во всех начинаниях. В среду подведем результат розыгрыша. Пока-пока!